Добрый день. До конца года остается чуть больше суток, и мы уже все собрались уже отмечать Новый год, 2020 год, год крысы. Вот, это всегда в наших традициях радостное событие, конец года, и встреча Нового года еще более радостное событие. Вот, какое-то небольшое такое ожидание подарков, некоторые будут под елочкой, найдут подарки. Это дети, скорее всего, будут. Хотелось бы пожелать всем россиянам, севастопольцам в этом новом 2020 году счастья, радости, успеха в труде, душевного тепла, уюта в доме. Вот. В общем, всего-всего самого наилучшего. И хотелось бы, так как этот год крысы, немножко поздравить вас в такой необычной форме.